Я вас приветствую, уважаемые бельчане. Сейчас нахожусь в муниципе Бельце, в нашем городе, микрорайон Молодов. Буквально недавно, в июле месяце, закончилась установка 10 новых остановок из нержавеющей стали, которые я сделал подарок нашему городу еще на День города. Остановки сделаны из нержавейки, остановки, которые должны прослужить сотни лет. Значит, новые скамейки, в том числе использованы даже болты, сделаны все из нержавейки. Эта остановка, я их сам когда-то проектировал, потому что, в отличие от черного металла, их не надо красить, шкурить. Это остановка, которая реально прослужит сотни лет. Стоит автономное освещение, для того, чтобы ночью людям было видно. Стоит фонарь полностью автономный, для того, чтобы ночью было освещение. Но смотрите, что произошло. Мне позвонил примар, что одна из остановок, которая стоит на Молодова, вандалы разбили стекло. У меня просьба ко всем бельчанам, ко всем гостям столицы, ребят, посмотрите. Это было стекло толщиной 1 сантиметр. Такое стекло разбить простым камнем или кулаком невозможно. Его били кувалдой, молотком, топором, я не знаю чем. Но кто-то приложил, к сожалению, слишком много усилий. Лучше бы эти усилия были направлены в мирное русло. У меня просьба к вам. Я заменю это стекло, как и отремонтировал очень многие вещи в Бельце. Но я обращаюсь к тому человеку, который это сделал. Возьми, напиши мне в социальных сетях. Может быть, нужна помощь психолога. Ушла жена или выгнали из дома. Но не нужно свою злость или силу показывать на остановке, которая должна людей защищать от дождя, снега, от ветра и так далее. Она точно была сделана для того, чтобы людям помогать, а не для того, чтобы кто-то это просто брал и разрушал. Значит, очень надеюсь, что это больше не повторится. И все то, что делалось, делается сегодня в Бельце. И те проекты, которые будут реализованы, люди как минимум будут их беречь. Потому что я свое слово сдержал. То, что я говорил на День города, и было обещано сделать в этом году, я это сделал. Надеюсь, что люди с пониманием и уважением отнесутся к этому. Я извиняюсь за, может быть, слишком большие эмоции. Просто я не могу говорить про это без эмоций, потому что, ребят, тут работали люди. Работали днем, ночью. Работа с нержавейкой тяжелее, чем с черным металлом. Специальное оборудование и так далее. И вот когда труд этих людей превращается в вот это, но, к сожалению, я думаю, эти люди этого не заслужили. Вы можете относиться без уважения к тому, что делаю я, если вас это раздражает. Но хотя бы цените труд тех людей, которые тут пахали. Они приехали с разных уголков страны для того, чтобы сделать эту красоту для бельчан. И эти остановки сегодня признаны самыми красивыми в стране. В отличие от остановок Доминатора, которые стоят намного дороже, но выглядят они намного хуже. По крайней мере, людям эти остановки, я знаю, точно нравятся. Всем хорошего дня, спасибо.